открытие удалось. Красавцы, обалденные красавцы. Так, будем взвешивать. Будем, давай. Ну привет, друзья. Вот наступило очередное рыбацкое утро. О, рыбка плескается, окушки гоняют кого-то. Выходим на воду. Вчера был, в принципе, результативный, хороший день. У меня щучка такая, больше двушечки. Наверное, больше двушечки еще не вешали, не взвешивали. И 6 щупарей, около килограмма таких, забрал. Остальных отпускали. Юрик тоже. Он уже на воду вышел. Так что мы поехали искать. Судак, судак вообще молчит. Вот просто ни вчера, ни сегодня даже ни одного судачонка маленького не было. Куда делся судак, непонятно. Люди вон созванивались. 22 судака поймал. Джигит, правда. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Здесь вот я видел, джигиты стояли. Но мимо проплываешь, но не видно, чтобы они тягали, эти джигиты. Так что будем искать. Поехали. Ну, наконец-таки. За полтора часа утреннего прохода первая поклевка. Если это можно назвать поклевкой. Эй, красавчик. Вот нафиг ты прицепился. Иди, плавай. Дальше подрастай. Балдеть, сегодня не клюет нифига. По глубине прошелся ноль. Сейчас вот прижался к траве, к берегу. Вот такой щеренок клюнул, но это вообще кошмар какой-то. Он меня в траву занесло. Что-то сегодня не хочет рыбка клевать совсем. Так, надо поглубже чуть отойти, а то мы в траву залезли. А вот это по палатке уже судак. А это головой не трясет. Я надеюсь, что это судак. Или хорошая щука. Я же сказал, это судак. Первый судачок. Отличный судачок. Зачетный, наверное, сороковник есть. Сейчас померяем. Ха! Судак пойман. Так, все поперепутал. Сейчас отключаемся. И на измерение. Ребята, на глубине 4,5. У нас что-то хорошее клюнуло. Сердечко в предвкушении сразу забилось. Ну, щучка на килограмм. Такая хорошая щучка. Килошная. Здесь уже реально килограммчик есть. И прям рядом с полянкой, так что сейчас мы ее отвезем сразу. Сейчас мы ее в бассейн кинем. Немножко ей воды набрали. Так, а теперь надо отцепить. Она тут мне закрутила такие винты. Как в сеть попалась. Ну надо ж, а. Красавица, как ты так закрутилась? Один отцепили крючочек. А где второй? Даже не вижу, за что зацепилась. Да, тут разбираться надо долго. Отключаемся пока. Хорошая щучка.
Надо шортик снять. Как мы отпускаем рыбку. Вот специально ее в бассейн кинул. Она разрешенного размера, но мелковато. Там, ну, грамм 500, наверное, 600, может. Небольшенькая рыбка. То есть по габаритам она проходит. Вот такая рыбина. Она где-то 30-37 сантиметров, но мы ее отпустим. Вот такие щучки. 37 сантиметров в ней есть, но мелкая. Так что мы ее отпускаем. Опа, ушла подлодка. Пускай растет дальше. Вот так. Отпустили, маленький шортик сделали. Ушай плавает. Всем приятного просмотра, а мы ловим дальше. У нас какая-то поклевочка, но что-то мелкое. Скорее всего, судак. Потому что не мотает башкой. Как щука не бьется. Непонятно, или просто травина, зацеп какой. Да нет, зачетный судак. Сороковник у него есть. Такой хорошенький судачок. Сейчас мы его в водичку срочно. А подвис так это, ну, совсем не слышал я его. Просто подвис. Сейчас померяем. Да. 40 сантиметриков. Забираем. Ну, судачки стали проклевываться. Был один маленький. Мы его отпустили. И вот более-менее ничегошный. Такой на грани, на грани. Ну, по крайней мере, судачок уже хорошо. Продолжаем. Рыбалочки. Куда-то нас снесло. Поехали дальше. Ну что, друзья, время обеда. Пока ребята, друзья еще рыбачат. Сейчас судачок стал поклевывать. Юрик поймал судачка на полторашечку. Люба поймала на полторашечку. Такой хороший судачки. А я пойду обед готовить. Надо же и себя покормить, не только рыбу. Так что поехали обедать. Пока друзья плавают, я успел сварганить супчик. Вот такой красавчик супчик. Сейчас ребята приедут и будем обедать. Шикардос. Всем приятного аппетита. А вот я после обеда только вышел. Буквально первые 500 метров, и кто-то там уже на поверхность выскочил. На крейсерскую скорость черенок какой-то фигачит. Очередной щеренок. Я за судаком вышел, а тут щеренок на 6,5 метрах.
Ну вот откуда ты взялся, родной? И брать придется, ты 40 сантиметров хороших. Обалдеть. Даже не останавливаясь, тебя вытянули. Эх ты. Пока далеко не отплыл, придется тебя на берег транспортировать. Тихо, сейчас мне все перепутаешь тут. Вот клюют такие некрупные щурята, но вот как с ними бороться? Вот Любе сегодня повезло. Два судачка зачетных по полторашечке, а то и по двушечке. Это поклевище. Как далеко вышло наверх. Успела там свечку сделать. Кто-то там идет. Дай поверну. Ой, там щука на полтораху. Бонус. Бонус за терпение. Так. Эх, радио не выключил. Забанят за музыку. Вот это буянит. Вот это буянит. Достойная рыбка. Достойная. Но у меня безмен показывает 2 с лишним. Ха-ха. Ну хороша, хороша рыбешечка. Ох, ребята. Достойная рыбкина. Ха. Ну, двушка не знаю, но полторашка точно есть зачетная. Так, зацепили, зацепили. Все, пускай отдыхает. Только пожаловаться хотел. Вот позвонил друзьям, что вот час уже плывем, ни одной поклевки. Ну вот поменял воблера. И вот на один из них вот такой бандит на 3 метра ныряет. Ну, где-то 2,5-3. Вот такой бандит серебристый. Клюнула вот такая зачетная щучка. Ха-ха. Ну, считай, повезло.
там прям буянит. Класс. Так, надо второй спиннинг смотать, привести в порядок лодку, а то она тут набуянила. О, слушайте, господа, настоящего спиннинга, пока нас ветром тянуло. Там тоже, мне кажется, что да, там тоже кто-то есть. Вот это да, ну поперло же, а. Ну там кто-то мелкий, ну по крайней мере настоящего бахнул. Вот такой щуренок, сейчас такого отпустим. Не брыгайся, то сейчас запутаешься, тебя отпутывать оттуда, вытаскивать. Ай, малышонок ты мой, малышонок. Как вот ты так настоящую бахнул? О, вот такой щуренок, такого отпустим. Булькнул. Красота. Надо ж, две поклевки, одна за одной. А час плавал, вообще тишина. Вот как так угадать? В подсаке вот все. Кажется, и подсак крупная ячейка. А так запутываются крючки. Прям жесть. Все, отключаюсь, а то я тут долго буду ковыряться. Ребята, у меня первая поклевка за утро. Вот плаваем две лодки. Ни у друзей не было поклевок еще. И у меня вот первая поклевка, но с удачей. По крайней мере, никто не трясет головой, значит, судачок. Не даем ему слабины. Да, малышонок, которого придется отпустить. Ой-ой-ой, как ты буянишь. Как ты буянишь, родной, а? Давай будем отцепляться. Отключаюсь пока. А у меня поклевка. А у меня поклевочка. Я уже и забыл, что такое поклевка. За утро вот один судачок отпущенный. Малюсенький. А это кто-то. Кто-то поддавливает даже. Интересно. Ай. Сюренок. Сюренок маленький. Эх ты, сюренок, ты сюренок. Зачем ты нам попался? Сейчас тебя отпускать. Вот такие щурята. Ну, таких надо отпускать. Хотя в нем, ну, 35, наверное, есть сантиметров. Но маленький, маленький. О, хвостом завилял. Попался, кстати, опять на бандита. Вот солнце. Ставлю вот темные воблера. Тишина. Как бы считается, что в погоду солнечную надо потемнее что-то ставить. А вот поставил блестящего. И вот, пожалуйста. И судачок на него попался маленький, выкинут. И щучка. Щуренок, я бы сказал. Вот такой. Ну как, крючки прилипают. Вот такой бандит. С розовой. С оранжевым таким брюшком. Синяя спинка. И вот такой вот блестящий. Ныряет где-то около 3 метров. 2,5, наверное. Вот щуреночек попался.
но отпущен. Таких мелких нам не надо. Поехали дальше. Ну что, друзья, вот таких судачар огромных поймала у нас Люба. Ну, сейчас будем взвешивать. Ну, под двухи, наверное, точно есть. Дай-ка тебя по свету снимем. О, вот так хорошо, Любаш, вот так становись. Свет, чтобы попадал. О, красота! Видишь, этот больше, этот меньше. Это, говорю, одинаково. Одинаково, ну да, может быть. Один больше, один меньше. Ну да, ай, красавчики. Люба, поздравляю с открытием. Спасибо. С удачного сезона. Вот, открытие удалось. Красавцы, обалденные красавцы. Так, будем взвешивать. Будем, давай. Вот судачинка 1, 2, 100. А второй, здесь второго еще разочек. Он, правда, обвалялся весь в песочке. Почти ушел. Почти ушел, да. Но обнулить надо. Так неправильно взвесишь. Надо, чтобы на нулях было. Опять ты неправильно взвесишь. Что ты мучаешь животное? Что ты мучаешь зверюку? Что ты мучаешь зверюку? Юра. Ты должна вешать, а не я. Какой ты голову снимаешь? 2520. 2620. Да, ну, потому что он не на нули. Ну, нулью, ну, Не-не-не, он дергает. Сейчас, у него 50-60 грамм, он дергает и в этот сейчас момент же фиксируется. Что, помойте. Контрольное взвешивание? Помойте. Ну давай. Не, помыть я не пойду. Сейчас, погоди, сейчас Люба взвесит. На нули только. Вот он так взвешивает, у него 40 грамм, он херак 0. И дергает, да. Здрасте. 2620 даже. Вот так вот, Юра, не умеешь ты взвешивать. Класс. А вы будем перевешивать? Ну, мы же говорили, что 2,5, 2800 как-то вот так. Ну что, ребята, закончили нашу рыбалку. Вот две такие более-менее полутрофейные щучки. Остальные около килошные, их много. Как я и говорил, поймал прилично много. Вот. А эти сейчас взвесим, ну, наверное, к двушке, это полторашечки. Так что, в принципе, рыбалка удалась. У Любы вообще два судака просто зачетнейшие, 2600 и 2 килограмма. Ну, Юрик у нас пока смотрителем. Вот, так что всем пока, всем спасибо, с вами был Михалыч. Так, обнулились. Рукой же не хочется брать тебя. Сейчас она прыгнет, будет грязная. Руки помоешь. Блин, еще раз обрезала. И снимай уже. Получу. Все-таки грязная. Блин, хорошо обрезала. Фух. Давай все равно мыть ее теперь. Так, по нулям, по нулям. 2340. Стой. 2340. Так. Опа. Так, ну и та у нас. Кило 620. Кило 620. Ну, как я говорил, да, это полторашечка, это...